Всем привет, с вами Галактики и Сибирский Лемминг. Привет. И мы продолжаем играть в Неголодайку Together. Блин. Я робот, все, я вспомнил. Да. И в конце прошлой серии мы заметили, что нас ждет там какой-то просто приз. Ништяк. В виде холодильника и термометр, и еще там что-то стоит такое. Мне еще кажется, знаешь, круто сундук будет, если там какой-нибудь сайенс-машин. Ну-ка, давай я проверю, что в сундуке. Ой-ой-ой. О, ничего себе. О, зима пошла. Слушай. Мы вызвали зиму, да? Да. Окей, я вызвал зиму. Я вот вспомнил. Я шапочку возьму. Что, я тут костер прямо поставлю, тут холодильник. Мне кажется, я имею в виду. Это опять ненадолго. Давай, вот так вот. Давай, короче, будем. Слушай, нам надо от пауканов избавиться. Ух ты, ёва, просто. А тут нормально, надо к пауканов. Да, не, ну в принципе, пока они маленькие, давай их это будем сейчас, давай нам... А, тут пигманы, смотри, нам повезло. Давай. Пигманы бегут, отходи. Всё, отходи, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, холодно, голодно. Возьми из сундука пуховичок. А там есть, да, что-то? Да, хорошо, там пуханчик, я тебе оставил пуханчик. Хорошо, пуханчик, вау. Холодно-голодно. Так, надо... Всё, пигман наш. Ты вилку не делал эту, чтобы траву ковырять? Нет, у нас же есть, ну как бы нету, да. Алхимического этого аппарата. О, блин. Но золото у нас вроде бы есть уже, да? Давай еще вот это. Кладочку мы быстренько обезвредим. Свинью, надо использовать свинью, главное. Так, что-то... А, у меня топор сломался. Как быстро. Полными руками фигач. Слушай, у меня тоже сломался. Топор есть. А, да отстань ты, на. Все. Хорошо. Мясо я возьму, давай. Ломаем кладку. Ну, обезопасим территорию. Там еще дальше кладка одна есть, я даже не знаю, будем ее. Или пусть лежит, мы, если что, ловушками ее заставим, будем ну, мясо давай, получать. Давай пока оставим это. Она относительно как бы не близко. Ну, мы, блин, делов наделали. Я реально после того, как ты открыл, я вспомнил, что было такое дело. А, я не встречался с такой штукой. Ну, я сам тоже, по-моему, не встречался, мне ребята в комментах писали. Поэтому я что-то... А, нет, в комментах да. под нет, видео? Нет, давно писали еще, когда я тогда играл. Да, да ладно. Блин. У меня инвентарь забилась. Нам нужно с тобой построить... У нас есть сундук, аппарат. Можно повыкладывать. Кого-кого? Кстати, да. Ну, аппарат нужно... А, да-да-да. Научный... А у меня золота нет, поэтому строй. Я и говорю, я построю. Так, я морковку всю жарю сразу. Всё, я построил. Давай вилку делай первым делом. Что, у меня жрачки нет. У меня есть немного морковки. Сейчас я сделаю... по-моему, сейчас с голоду помрем. Нам надо делать, наверное, эти... Клетки. И будем. Слушай, а чё мы на мясе пауков-то долго не проживем, все равно. На мясе пауков вообще не вариант жить. Да. Я сейчас маленько накопаю тут дерна. Да, давай, потому что костер нам придется сжечь очень интенсивно. Блин, сейчас. Блин, складывать его некуда даже. Так. Сейчас я вернусь. Я пару шишек закину, чтоб не тух костерок. Что? Что ты мне рассказываешь? Я что-то не понял. О, я в холодильник сложу съестное. О, кстати, да, еду. А я забыл про холодильник. Давай. И веночек. О, венок нельзя сложить. Ну ладно. Я, по-моему, тебе морковку кинул, Лемминг, а не в холодильник. Да, у меня морковка. Ну, ешь ее тогда сразу. Так, сейчас я... Сколько там еще до ночи? Не очень близко. Я пока дерево рублю. Ох-ох-ох. Ну, как сказать, не близко? Вообще, конечно, довольно близко. Не, ну я к тому, что есть время немного срубить. Ну, чуть-чуточку. Да. Я сейчас стак хотя бы нафигачу дерна. О, слушай. Не оборотни, так зима. Да, ребята, я, наверное, сразу скажу, что мы эту серию записали до того, как выложили еще прошлую. А, поэтому, я уверен, нам многие ребята скажут по поводу холодильника. Кстати, да. И термометра, стоящих рядом. Пингвины, боже мой. Там будет.
Слушай, а руби... Нет, не руби. Больно будет, наверное. А вот пингвинов? Ты чё, конечно, они меня убьют нафиг. Да, блин. Так, а мой пуховик, он со временем ломается, да, или как? Ну да, так же, как шапочка, которая на мне. Ну, по крайней мере, они нас защищают с тобой, поэтому... Не, ну я шапочка, тогда, может, что-то ли... хорошо защищает. Сниму пока, я даже не знаю. Слушай, так надо, знаешь что, нам надо с тобой согревающие камни фигануть. Так, надо. Эти согревающие камни, они в сервивале должны быть, по-моему. Так, я делаю пока пару клеток, как минимум мы можем... Я не знаю, что с ними сделать, но что-то можем. Давай я... Термалстоун. А почему я не могу? А, алхимик энджин должен быть для термалстоуна. Так, ночь. Окей. Ночь. Вот она, ночь. Так ты, может, пока на ночь шапку-то сними, чтобы она не портилась. Все равно возле костра стоим. Да-да, я сейчас как, я как раз... Ну, хотя нет, я лучше в карман. Нет, вот инвентарь, сундук не надо. Так, и маленечко веночек на голову надену. Так, а еще пепел сюда сложу. А что там с котлом? Мы в котле сможем жарить потом вроде мясо, это, паучье с чем-то. Да, да, лазанью, например. Не, ну, например, делать эти митболы, фрикадельчики делать сможем. Но для этого нужен котел. А для котла что там у нас нужно? Для котла нужно... Ты рюкзак, может, уголь. Сделай сразу. Ой, да, точно, рюкзак сделать. Для котла нужен уголь. А остальное у нас, я так понимаю, в принципе, есть для котла. Так, а напомни мне, котел в каком у нас разделе я? В мотовке? Он в еде. Крокпот. Бибокс, крокпот, да. О, уголь. У меня, кажется, веточек нет совсем. А, смотри, мы можем сделать его, я думаю, без проблем в целом-то. Уголь, ну, мы сейчас сделаем. Просто устроить маленький пожар. Угу. Ты, кстати, можешь хоть прямо сейчас среди ночи сгонять, даже у тебя так тут зажигалка нет... есть. Да, думаешь, прямо вот так взять зажигалку, да, сейчас и пойти сейчас, да сейчас кончится. А, да, уже кончится, сейчас все. Сейчас все уже кончится, наше мучение. О, ты уже ловушек поставил? Ну, я одну поставил, сейчас я пойду еще одну поставлю. Но тут, правда, конечно, кроме пауков ловить нечего, но их тоже можно, как минимум, заманивать просто в ловушку. Хотя бы пауканов, и то хорошо. Так. Пару что ловушек я поставлю. Я порублю дерево, наверное. Пигманов. О, кусты, кусты. Надо тоже собирать кусты. Надо. Которых здесь очень мало. Вдруг задача-то усложнилась. Да, ни с того, ни с сего. О-о-о-о-о, пуховичок, пуховичок. Хорошо, я забыл про тебя. Да, так, да, тут да. Есть камушек. Шап. Камень, 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 камень. Есть у меня камень? У меня камней нет. А, есть 12 камней, немного. Сейчас надо все-таки. Шапонька отлично на роботе смотрится, я считаю. Да шапка вообще, конечно, бомбовая. Мне типа холодно в пуховике даже. Жизнь несправедлива ко мне. Я факел в руки возьму. Поздно надел, наверное. Факел, кстати, греет, что приятно. Ну да, любой источник тепла, кроме зажигалки. Ну да. Любой источник света. Ну хотя нет, тоже не любой. Окей, вы поняли. Да. О, подожди, это ты что, рюкзак выбросил? А что? Как? Ты рюкзак выбросил? Могу. Одел в пуховик. А, в натуре, блин. Я забыл, как это работает уже даже. У тебя в рюкзаке один красный гриб, так что пусть он там рядом со свинячим домом. Ой, блин, мне даже холодно стало. Все. Ну-ка давай поймаем паукана. Оп, попался. Пауканчик-то попался. Отлично. Пауканово мясцо. Блин, свинью что ли как-нибудь убить? Кстати, ну как вариант, да, у нас тут свиней есть немного. Но давай, может, лучше не эту, которая у нас тут рядышком ходит. Слушай, а если там полнолуние, все дела? Давай... Нет, тут только бездомные свиньи же. Это мы тогда их домов лишили. А, то есть пока у них есть дом, они не превращаются? Не-не, только спящие на земле свиньи превращаются. Окей, окей, тогда... Тогда давай рубить ее. Кого, домик ее? Нет, свинью саму. Прям рубить пойдем? Ну а чё? Чё, ну давай. Ого. Давай, я буду кайти. Ого, понял, кайтить я не буду. Все, хорошо. Кусок мяса. А, так. Давай, я приготовлю и тебе отдам. Давай, потому что я уже проголодался и... Угу, спасибо. Так, какой-то какой-то он не сытный оказался, блин. Он не очень сытный, да. Блин. Я-то надеялся, что... У меня даже веточек нету для лопаты, вообще что-то.
Так. Мне нужны веточки. Гриб я кину в холодильник. А всякие штуки разные. Сундук, наверное, и сундук. А листики в холодильник. А, листики можно в холодильник, хорошо. Угу. Пока шубу одену, пойду тоже что-нибудь полезного сделаю, попробую, блин. Грибы, кстати, да, грибы собирать даже красные, потому что это полезная штука. Я же тебе говорю, что их можно в качестве овощей и фруктов, точнее, в качестве овощей, использовать при приготовлении еды. Поэтому мы с тобой, когда таки крок-пот сделаем... Так, ты знаешь, что надо сделать? Пожар. Надо пойти устроить пожар. Я вот над, над свинячей деревней... А я вот тут вот сверху. Есть такой треугольный кусок нормальный. Тут ну, или тоже смотри, нормальный там такой кусок был. Угу. Ну смотри сам, да. Хороший такой пожар. Ну, угля у нас будет много. Собираю. Уголь же еще чем хорош, кстати говоря. А при помощи угольков же еще делаются эти приспособления для сушки мяса. Да. И мы с тобой при помощи этих приспособлений для сушки мяса сможем делать это вяленое мясо, которое еще и как хорошая аптечка довольно-таки работает. Потому что куски вяленого мяса, они там что-то чуть ли не по 25 здоровья восстанавливают. Ну, там в зависимости от того, какие это куски, конечно, но тем не менее. Хорошо. Так, а я пока себе поднаберу веточек. Слушай, а тут прям так нормально свинячьих домиков-то. Даже вот вокруг, просто в лесу. Это да, и пауков тут тоже нормально так. Но вот зайцев нам бы... Ну, да, паучки, да. Вот чтобы тоже вяленое мясо, да, делать, это как раз вот нам зайцы... Очень-очень пригодились. Маленький так, кусочек вяленого мяса. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пингвины на меня просто выпрыгнули. Да, они пугают. Вообще такие. Так, где там наш дом? Вот он. А после того, как сдохнешь дом от пингвинов, еще сильнее начинаешь пугаться. Угу. Как правило. Так, значит, что нам еще нужно было? Так... Камни. Я переделываю пойдите камни. Сюда. Опа, я поймал еще паучков. Все, я котелок поставил. Так. Отлично. А, в принципе, мы же вяленое мясо можем из паучьего мяса тоже делать. Да? Можем, но, по-моему, оно все-таки неплодотворно на рассудок влияет, если мне память. А, по-моему, оно один в один получается. Просто вяленое мясо и все. Нет, там именно вяленое монстрячье мясо получается. А, да? Да. Уже тогда да. Ну нет, это, конечно, можно уточнить как-нибудь, но, насколько я помню, вот такая там тема. А пингвины в ловушки не лезут, наверное, да? Навряд ли. Ну вот они производят яйца, правда, эти яйца еще у них как-то нужно изъять. Ну это да, это я помню, что Марокко была, потому что они агрятся. Так. Они прячут яйца. Они прячут свои яйца, когда пытаешься их у них отобрать. Подожди. Что? Мне кажется, или я слышу гончих? Может быть. Так, я тут с голода помирать потихонечку начинаю, поэтому я что-то съем. Начинай. Зеленый гриб. Зеленый гриб восстанавливает рассудок, это не еда. Да. Блин, у меня, кстати, тоже с едой не так все гладко. Ага, мы сейчас с голоду помрем с тобой. 22 еды, блин. Надо идти... А что там с камнем ты говорил с этим? С каким? Обогревающим. Вот для него нужна второй девайс. Так, а что для второго девайса нужно? А мы можем сделать, у тебя есть дерево? Да. Потому что у меня тоже, у меня есть каменные блоки. Я сейчас вот 4 каменных блока сделаю. 2, 3, 4. Так, и сколько нужно? О, 2 каменных блока, 4 дощечки нужно было. 2, 3, 4. Отлично, все, теперь я по идее могу... Блин, золото в сундучке лежит, все нормально. Нормально, золото, все, нам хватает. Угу, хорошо, я сделаю сейчас... А у тебя травы есть? Есть 13 штучек травы. Все, алхимик энжин есть, мы можем себе сделать... из кирки и камня делается. 10 камней, 1 кирка и 3 этих. Я 7 камней, а кирка нам без разницы какая? Я сделал. А можно побитую даже, без проблем. Ну, я в сундук кинул, у меня кирка тут есть старенькая. Хотя можно было тут еще пару камней, я себе сделал. Лем, слушай, тут рядышком есть биом, по идее, не лесной.
там может, а, что там можно съесть. Луговой? Да, похоже. И... Ну, давай, надо, потому что у нас еда вообще все плохо. У меня, например, блин, у меня 5 еды, мне надо что-то жрать. Ягоды ешь, у меня 20, а я ягоды говорю, эти. Семечки, да, сожру. Да. Сейчас только приготовлю их. А я так с сырыми ел. А там разница есть? Ну да? Я на всякий. Нет, по еде, по-моему, нету, но все равно на всякий случай съем. Так, я пошел уже туда. Давай, все, я тоже побежал. Кремень. Вот трава как раз та, которая нам очень сейчас нужна. Я веревки могу сделать и сушилку для мяса. Сделаю. Фонарь, а? А ты угольки... А, вот, ты здесь устроил пожар, надо. Да, сверху там угольки. Очень много углей. Там все, все хорошо, все. С углями. Биом этот оказался, как я понял, слишком маленький. Маленький. Не то. А что там дальше? Дальше какая-то пустота и безысходность. И... Факел можно в руки взять. Блин, снова пингвины. О, боже мой, да. Все, голод. ХП падает у меня резко так, причем. О, у тебя уже ХП идет? Да. Так, ну на ягодку, я не знаю, у меня одна. Ну, у меня одна тоже есть, но ее бы пожарить. Да ты так съедаешь, да. Не, ну у меня, наверное... Он самого сейчас уже уйдет. У меня, наверное, от холода идет все. А может быть. Так, давай что-то тут сожжем, Лем, давай погреемся. Ну, мне пока норм, я бегаю, еду ищу. Слушай, потому что у меня уже 6 еды, я сейчас помру просто от голода. Блин, надо было, чтобы ягодки тогда все-таки ты съела, я чтобы это... Чтобы просто погрелся. Не моя... А, ну да, правильно, я молодец, я шубу не одел. Так, у меня 4 просто голода. Красавчик. У меня 3 голода, я сейчас начну умирать. А, листья не восстанавливают, там ничего, да? Не. Блин. И главное, нигде еды снова. Нет. Понимаешь? О, все, вижу ягодку одну. Одну давай, ягодку. Давай, давай. Ягодку одну несчастную. Так, десяточка голод. О, морква, морква, все, морква. Живем. Так, у меня осталось 3 хп. 3 хп. 3 хитпоинта, фига да. Ты. Может, смотри, я хоть пойду помру лучше, может, возле базы. Ну да, если помирать, то иди к базе лучше. Ух ты, ничего себе, я тут нашел кучу каменных блоков. Так, и ганпоудер. Все, факел сломался. Что у тебя все плохо, да? Да, не, ну я что, я зажигалкой буду сейчас сжечь деревья по пути. Семечка. Так, у меня 4 морковки, после... одна ягодка. Живем. Съем-ка я их так, короче, прям. Так, у меня, короче, не самая плохая уже ситуация. Денек этот протяну. Так, слушай, а если я помру, что? Получается? Ты появишься у портала. Который... Точнее, ты можешь духом пойти где, к порталу, да? Да, который черт знает где. Блин, ну ты мы же пробегались паучьи угодья вот эти вот. Так, у меня есть еще одна семечка, надо ее тоже пожарить. Так, я бегу. Фух, так, травы. Что там? Блин, травы мне одной не хватает, чтобы сделать сушилку. А с каких это пор? Нифига себе, как что? Они все поменяли. Что, оказывается, что? Теперь вот этот термальный камень, он теперь у него, короче, он тоже не вечный. Просто ломается в определенный момент. Да, процент. Да? Вот у меня 88% у этого термального камня. Это беда. Я офигею. Блин, как все сложно-то становится. А. Так, давайте что-нибудь накину. А, блин, у меня кроме 2 семечек и нет ничего. Возьми хоть их. Давай, хоть их. Слушай, надо идти... Блин, а как мы можем убивать свиней, если... Если у тебя хитпоинтов, да, нет, и у меня тоже как бы на половина. На один удар хотя, и все, и впрыг. Так, как нам резко разжиться мясом? 9. Блин, нафиг мы эту зиму запустили, конечно. Да. Надо не было... готовы мы. Надо было забирать этот холодильник. И уходить. И нафиг. Уходить, да, нафиг отсюда. Да. Не, ну, слушай, мы теперь знаем. Мы теперь знаем. Да. Опыт. О, да, слушай, там ловушки, может, ловушки. Так а что, у нас есть как бы паучье мясо? Ты можешь, конечно, его жрать, но тут помрешь.
А оно хп отнимает, я просто не помню. Вот я тоже не помню, но рассудок точно отнимает. Давай, наверное, давай, хп. Давай, отлично. Самое стрёмное, что это гнездо уже второго уровня стало, понимаешь? Мы не с голоду помрём-то. О, хил я нашел, отлично, еее. Чё ты нашел? Ну хил эту гланду паучью. Воу-воу-воу-воу-воу. Да ты, может, не руби его, а в этом... Да ну его нафиг этого. В ловушку я имел в виду. Или он здоровый слишком? А чё он такой здоровенный? Ну они такие... Еще трое братанов пришли. В ловушке, веди, в ловушке. Я тут отходил. Я в ловушке. Они что-то на тебя агрятся. Не-не, все, они сейчас расходятся. Они к этому, к огню не идут. Ну чё, братаны, давайте. Сейчас нападу на их гнездо. А если пожарить монстрячье мясо? О, будет жареное монстрячье мясо. Жареное монстрячье мясо. Так. I will destroy you. Быстрее. Огонь, наверное. А, все, я... Так, а куда мне к порталу идти? Аж... Либо мне сожрать... Слушай, они жрут мясо! Нет! Сожрал мясо! Ну что-то мне как бы неохота сейчас отбивать у них это мясо. Получи, блин. Слушай, я может буду летать, я тебе как-то помогаю, я тебе свечу, да, территорию немного. Ну светишь, ну что с этим светом-то? Ну да, в принципе. Так, ну, смотри. Костер светит. А я сейчас сам помру. О. Паук, иди сюда. Все. Все. Он 15 хп у меня как с куста снял просто. О, мы с тобой олени. О, спасибо, у меня призрак клевый, зато. Сейчас, я лечу. А, я вижу на этом, на иконке. А, ну я правильно, просто... у меня такой типа с хвостиками, да, у тебя. Да, у меня-то робо-призрак. Ага. Офигенно, я вообще сейчас не расстроился, что мы сдохли. Слушай, так может мы пойдем? Или... Нет, мы тут уже никуда не пойдем, наверное. Даже World will reset на 95 секунд. У нас типа есть время, да, к порталу? Ну, теоретически. А там есть снизу этот камень тот, понял, который... А он что-то не работает. Ну вот может он в призраке работает. Думаешь? Ну давай ты к нему. Я к нему, да. Надо уже эксперименты, так эксперименты. Ну да. Минута есть у нас еще. Странно, что в прошлый раз у нас не было минуты. А я-то тогда, наверное, на ресет просто сразу нажал. А, может быть. А где портал-то? Я уже гонщик слышу. Я тоже. Нападут на призрака. Так, где-то вот тут вот камень. Да, смотри, я резнулся на камне. Резнулся? О, да. В меня молния попала, похоже. В меня тоже. Может, это ты резнулся, нет? А, это ты, наверное, резнулся. А, или... подожди, я резнулся, я молодец, да. Я резнулся посреди ночи. То, что надо. Слушай, и камень уже не работает. Сейчас день начнется. У тебя зажигалка-то есть в руке? Да нету, я голый полностью. Гол как сокол. Да. А, ты снова сдох? Да, я снова сдох. И камень испортил. Так, а я что-то где-то... Так, а где портал-то у нас? Я портал, блин, не могу найти, ты понимаешь? Портал где-то очень далеко у нас был, потому что... Ой, ё-моё! Да, там... Давай, наверное, ресетать, да, уже мы с новым опытом. Нет, подожди. Да, ну давай, там, ладно. Может быть, долечу. Давай, долети. А хотя, что толку? Все равно я черти где... Я черти где появлюсь, и я, очевидно, никуда не добегу. Да. Зимой. И от холода, и от голода помрешь. Давай, ресеть нафиг все это. Да. Ну хорошо, ребята. Мы заканчиваем, наверное, эту серию. Следующую серию мы, наверное, что? Мы тоже рандомом, да, начнем? Ну да, рандомом. Че? Окей. Какая разница? Какая разница, с кем сливаться? Белобрысые тащат. Точно. Давай ими. А что? С двумя призраками. А в чем фишка призраков? Я вот что-то не пока знаю, не помню. Я ни разу в нее не играл. Да? Я тоже. Призрак типа дерется, как бы. Он твой пэт. Такой свой. Ну он же только по ночам, по-моему, появляется и все. Или нет? Не знаю, честно. Давай так. Haunted by Twin Sister. Comfortable with darkness. О, ей норм в темноте. Вообще. Ну то есть как? Она, конечно, в темноте помрет, но ей, по крайней мере, норм. А, то есть просто у нее рассудок ночью не падает? Я думаю, да, рассудок не так быстро падает ночью, судя по всему. Не, ну двумя девками одинаковыми играть, это неинтересно в любом случае. Ну, интересно, это наоборот кул вообще. Да, ну не знаю, не. Ну, я бы поиграл за нее. Давай я за бабку тогда.
Забавку, за Винкерботтом, да. Потому что я просто вообще не в теме, что там книжки какие-то у нее. Кстати, чтобы интересно было. Да. Ну, давай, наверное, в следующей серии. Да, понятно, в следующей серии. Ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующей серии.